Еще одно ДТП с участием детей в Алматы. В первой половине дня в аварию попал автобус, перевозивший школьников. Транспортное средство наняли родители для доставки детей из села в городскую школу. Легковая машина марки «Мазда», следуя по второстепенной дороге, не уступила на перекрестке и врезалась в автобус. Во время столкновения в нем находилось 13 учеников начальных классов. Шестерым детям понадобилась медицинская помощь. Их доставили в детскую клиническую больницу. Состояние детей относительно удовлетворительное. Там только мы диагностировали ушибы легкой степени, но на руках, на ногах, там предплечья были. Один ребенок у нас госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Там диагноз сотрясение головного мозга